Турецкий яблочный чай состоит из кусочков яблока, обогащенных витамином С, кусочков ананаса и папайи, персика, моркови, гранулированного манго, пассифлоры и абрикоса. Напиток ароматизирован натуральными маслами. Среди многообразия душистых и вкусных напитков фруктово-ягодный чай занимает лидирующую позицию. Традиция заваривать кусочки плодов вместе с травами, пряностями и цветочными лепестками уходит корнями в те времена, когда сахар был еще недоступен большинству обычных смертных. Купить фруктовый чай или приготовить его самостоятельно, воспользовавшись садовыми дарами, всегда было достаточно просто. Напиток стоит заваривать 5-10 минут при температуре воды 100 градусов Цельсия. Потребуется 1 чайная ложка заварки на 150 миллилитров воды.